Я всех приветствую. Зовут меня Ирина Маркелова-Агапова. В этих уроках я буду рассказывать, как я не приглашаю людей в сетевой бизнес. Да-да, вы не ослышались. Как я не приглашаю и почему люди ко мне идут сами. Взять социальные сети, к примеру, страницу ВКонтакте. Помимо вашей закрепленной записи, здесь у вас может быть уникальный текст, либо 2-3 строчки, которые вы придумаете сами. Здесь может быть рассказ о себе, длинный. У меня тоже был такой закреп, где я рассказывала о себе, как я жила, как я пришла в сетевой бизнес. Либо, например, я сейчас пиарю какой-то проект, и у меня здесь есть закрепленная запись с моей реферальной ссылочкой. То есть этот закреп я постоянно меняю, практически каждый день. И что еще нужно делать помимо закрепленной записи? Нужно делать хотя бы 5 раз в день каких-нибудь отметок у себя на стене, чтобы эта новость проскакивала у вас в ленте друзей. Здесь может быть просто какая-нибудь вирусная картинка. Вот я сделала 2 часа назад вот такую картинку, которая мне также попалась в социальной сети. В WhatsApp я ее в статусе нашла. И уже здесь люди стали ее смотреть, кто-то уже комментит, да, тоже получилось, кто-то смайлик, кто-то вот отметился, у меня с самого рождения сумма указывает на текущий год и так далее. Дальше у меня была выплата в одном из проектов, я сделала парочку скриншотов и запустила у себя на стене со своей реферальной ссылочкой. Дальше вычитала в новостях про Сбербанк и тоже сделала пост о мошенниках. Берегите свои средства. Тоже это может быть людям интересно. Далее мы дурачились с ребенком. Я записала это с мобильника и тоже выставила на своей стене. Тоже идут лайки и просмотры. И так далее. Побольше своих фотографий. Фотографируйте своих детей. Фотографируйте себя. Вот я сделала здесь клип. Клипы, кстати, сейчас тоже в теме. Делаете клип, и идет оповещение всем вашим друзьям и подписчикам. Вот тоже идут здесь комментарии, лайки. Здесь вот тоже, что вы видите на картинке, делаю какой-нибудь репост. Вот я сделала репост своего мужа, поста. И тоже люди видят, начинают комментить. Вот суперкопилки пришла выплата, тоже делаю парочку скриншотов и опубликовываю. То есть где-то 5 отметок должно быть у вас в ленте, в своих новостях. Это каждый день. Начните с малого. Здесь обязательно должен стоять ваш сайт, чтобы человек не ждал, пока вы объявитесь онлайн, а просто заходил. У меня платная версия Топлинка. Здесь у меня реферальные ссылочки и здесь текст, который кликабелен. То есть, если я нажму на этот текст, это будет моя реферальная ссылка. Вот она уже ведет на регистрацию. Записала, например, я новое видео в Топлинк, сразу ставлю сюда. Ну вот, чтобы выставлять свои видео в Топлинке, это уже платная версия. Я заплатила где-то 1200 рублей один раз в год. И так как я веду несколько проектов, вот у меня здесь моя реферальная ссылочка. Дальше здесь видео. Вот, его можно прям сразу здесь же и посмотреть. И также и по другим проектам. Ссылочка, видео, ссылочка, видео и так далее. Начните с малого, начните делать 5 отметин в день. Следите за моим каналом. В следующих видео я буду рассказывать дальше, как я не приглашаю людей в сетевой бизнес.